Наконец-то мы дождались, мне только что Яна сказала, что все, ее начало колбасить, и можно ехать уже. Ну, кстати, да, я вижу, поведение изменилось. Ты ее обманываешь, ну погуляй, поехали рожать. Наконец-то мы дождались роды, и сейчас едем в Симферополь, и скоро совсем уже все узнаем, Ян. Ну, поехали уже. Поехали, погнали. Ну вот, друзья, все, мы отъезжаем, мы уже в машине. Здесь у нас Яна договаривается в клинике, чтобы нас уже встречали. И там сзади Вася. Все, едем. Ян, ты сейчас бежишь, как все узнаешь, а мы тебя ждем. Давай. Ну вот, друзья, все, Яна пошла все узнавать. Сейчас нас пригласят, и мы уже пойдем. Все узнаем, наверное, как всегда, сделаем УЗИ, посмотрим, как там щеночки. И уже примут решение, чего сегодня будем делать, когда ждать, не ждать, рожать. Ну вот, пришла Яна, и сейчас что нам скажет? Пошли. Все готово, можно идти. Собираемся. Вася, пойдем? Вася, пойдем? Вниз на точно не пойдем. Вася, пойдем. Да, пойдем. Да, Вася, пойдем, пойдем, пойдем. Молодец, девочка. Молодец. Ай, умница. Молодец. Здрасте. Залазь. Молодец. Давай. Я же сколько тяжелый. Желтый же. Ну, он трясется даже сейчас. Начал присесть. В прошлый раз сколько было? 6, по-моему, 7 мертвый. По-моему, так. Вообще, тяжкий, да? Но его уже трое суток кровь. Я? Да. Она периодически дышала. И мы ее приземлили еще первую. 189. Здравствуйте. Все здесь. Все в сборе. Вся команда, да. Классическая бригада сегодня. Сто восемьдесят пять.
Все хорошо. 185 у плода, который ближе всего расположен. Но он готов к рождению. Да. Всех увидели. Но мы же не можем знать, всех мы увидели или не всех. Увидели, которых кого... смогли увидеть. Да, всех, кого увидели, все живые. Ну, слава богу. У нас где-то часа в 4 дня пробка прошла. Угу. И даже вон потужно сразу да. начали. Угу. Потужно, да. Потому что я начала массаж. Что, близко дать? Щелька я еще не купирую, но шейкоматки открыты. Да, потуги есть. Вообще не сюда. Иди сюда. Молодец. Молодец. Сколько больше? Вам уже на мне сидит, уже не теперь. 24. Ну, пустырем меняется. Тихо не слышу пустырь. Надо точно, чтобы она. Смотри. 24, да. Ну так она где-то 16-17, да? Да она и здесь бы побежала сейчас. Яна, расскажи нашим зрителям, что мы сейчас капаем? Кальций. Кальций, который типа стимулирует роды? Матку, да. Яна, я так понимаю, что в прошлый раз она у нас родила 2 или 3 щенков сама, и ты хочешь сейчас посмотреть, может, вдруг она сама родит? Угу. Там просто в прошлый раз один щенок был мертвый изначально, походу. И поэтому пришлось сделать кесарево. В этот раз вдруг у нее получится, сейчас немножко подождем. Если не получится, то мы снова будем посадить, да? Угу. Смотрите, уже врачи приготовили комплект для принятия естественных родов. Поэтому вдруг получится. Подождем, посмотрим. Нет, кесарево всегда можно успеть сделать. Пока нет экстренных показаний на кесарево. Ну, пойдем, пошли в прошлый раз, думали, сами родим, маме попробуем. Но не повезло. Ну все, друзья, вот пришел наш врач. Вроде как какие-то потуги там посильнее начались. Не будем снимать сегодня ничего кровавого. Ждем первого щенка. Сейчас мальчика помоем, почистим, и я его вам покажу подробно. Ну вот, друзья, мы очистили щенка уже от слизи. И вот мальчик у нас уже такой вот шустренький, начинает голос подавать. Судя по всему... Да, мама другим занимается. Ладно, Васюш, посмотри, Вась. Васюнь, давай попробуем малыша покормить, ляжем на бочок. Да? Все, все, я держу спокойно. Спокойно, держу. Я еще понял, складался. Еще не понял. Ян, что видишь по окрасу, интересно? Это соболь. А, соболь? По-моему, шоколадный соболь. Держи немножечко, малыша так покормить надо. Все хорошо. Да что-то такая ягоза там. Я еще катетер боюсь тебе выдернуть. Лежи. Кушает, нет? Пытается. Все, видишь, уже ребенок пытается даже кушать.
друзья, давайте заглянем, как там наш сыночек себя ведет. Здесь мы уже включили теплую грелку. Давайте посмотрим. Ну, он ползает, ищет тепло. Вот такой мальчик у нас родился. Смотрите, давайте я ему попку покажу. Я ему посмотрю попку. Подпал, убирай. Подпал. Значит, мальчик у нас родился как раз из шоколадной триколор. Ну, с белым. Белого просто много. Все, ждем следующих. Сидим, ждем следующего щенка. Вася, ты опять куда пошла? Иди сюда. Смотри, малыш здесь. Иди сюда. Ваш, ну хватит уже, ну. Что ты делаешь-то? Ну, закрыть его, мне-то все. Вася. Чего уже тебе, молодец. Даже я его так люблю, как же завязать. Ну вот, пришел врач. Сейчас посмотрит, есть ли у нас следующий. И будем ждать следующего. Как долго ждать? Был момент, когда компания... Как она сейчас ужится? Не, ну пока не сильно. Полчаса есть? Ну вот, друзья, мы тут в шесть рук с Васей сидим. Я держу, Яна там кормит малыша. Нина Вервна смотрит. Че, ветушка у меня? Идет ли там кто-нибудь или нет. Вася старается. Мы уже в течение часа пытаемся родить следующего щенка. К сожалению, ничего не получается. И, скорее всего, уже приходит время, что надо ему появляться и уже... А его все нет, поэтому сейчас будем делать на Кесарево. Сейчас еще буквально пару минут и, скорее всего... Да, Ян? Яна не хочет. Ты все веришь, что були могут сами рожать? Маленькая надежда. Ты уже все всем сказала, что все, були сами не рожают. Больше никогда. И опять Васю пожалела, даешь ей шанс. Ну что, Ян, ты хочешь сказать? Ну, давайте. Все, ребята, приняли решение кесарить только что при вас. Так что теперь будем просто ждать и отдаем Васю в надежные руки. Тазики он лежит. Ну, не факт, что вот сейчас мы этого родим, и следующего мы не искали. Не идет. Тянуть его за лапы и травмировать их тоже, ну, не да, вариант. Тогда, да. А за складку ухватиться я не могу, потому что идет попой. Если бы шел головой, я бы его за шейную складку могла бы схватить. Спасибо. Тут, к сожалению, нет. Не проходит, в общем. Будем делать. Будем Хорошо. Делать все. Ладно, идем операционную. А мы сейчас, например, на каталочке соберем ее еще. Ага, на каталочке ее держать надо будет. Она не будет лежать, нам придется спрыгнуть с нее. Да? Она ножками может сходить. Я думаю, она с удовольствием ножками пойдет. Конечно. Хорошо, тогда. Ну, сейчас остальное. Ну, вот пришел наш анестезиолог Зарема. Сейчас там будем... капельница еще стоит. Сейчас ну, отдаем попросили. Васю. Я снимаем капельницу. Все, забирает у нас Василия. Василия, пойдем. Эй, ты. Ну, все отдали? Да. Будем ждать. Яна, а можешь объяснить? Мы тут сидим, короче, видите, у нас снег там за окном. Сидим, ждем, когда Вася нам позовут, скажет, что все готово. Яна, объясни, наверняка многие зрители не поняли, почему мы приняли решение ее кесарить. Потому что щенок застрял.
Ну да. То есть там как бы уже время пошло на минуты, да, счет, раз он там уже в родовых путях? Ну, если он застрял, то он уже не выйдет никак. Да, и поэтому раз уже не идет никакими способами, то надо резать и доставать, надеяться, что он еще жив. Ждем, сидим уже тут целый час. Ждем, когда нам позвонят и скажут, что все готово.